давай приготовим табуле – одновременно и легкий, и питательный салат. Понадобится мелкий булгур. Его нужно запарить на 20 минут. На стакан булгура ложка растительного масла и 2 стакана кипятка. А пока нарезаем свежие огурчики, помидоры и зеленый лук. Обязательно зелень свежей петрушки и мяты. И выжимаем сок пары лимонов. Объединяем все, что нарезали с запаренным булгуром. Соль по вкусу, немного растительного масла, гранатовый соус и сок лимона. Для яркости можно добавить зерен граната. Домашняя еда может стать интересней. Пробуй!